Добрый день всем. Мы продолжаем наше изучение книги «Рава Ашкенази Маниту». И большая часть книги – это первая. Действительно, она посвящена идее творения. А дальше идея истории, идея развития, идея поколений. Но мы еще до поколений не дошли, а находимся на уровне творения и осмысления творения. И мы говорили в прошлый раз об Аврааме как некотором архетипе человека, который познал Творца. Перед тем, как мы продолжим, я хотела высказать некоторую идею, может быть, она спорная, я не знаю, мне пришло это в голову, когда я обдумывала то, о чем мы раньше говорили, и вопросы, которые были в отношении, например, сидения с дерева добра и зла, которые мы не будем разбирать. У меня такое ощущение, что можно противопоставить две подробные истории, которые у нас есть в начале книги Берешит. Первая – это сидение от дерева познания, а вторая – это история Каина и Эва. То, что дальше идет, оно уже относится к вопросу развития истории, как оно идет, и дальше мы об этом поговорим. Вот эти более-менее подробные истории, они во многих смыслах противоположны одна другой. В грехе дерева познания речь идет об отношениях между человеком и Богом, а в грехе Каина между человеком и человеком. И больше того, в грехе сидения дерева познания мы можем, в общем-то, делать некоторый очень-очень упрощенный, абстрактный вывод, что речь идет о том, что человек не послушался велению Всевышнего. Идеал – это когда он слушается. Не все комментаторы так, кстати, говорят, но как бы это очень-очень в общем виде. Идеал – это когда Бог говорит, дает заповеди, человек им следует, поступает однозначно, как ему велели. То есть, вообще говоря, у него есть теоретически свобода выбора, но практически он ей как бы не пользуется. А в истории Каина и Эвеля все гораздо сложнее. Там в центре стоит вопрос свободы выбора и морального поведения. И я думаю, поэтому для Маниту очень важна именно вторая вот эта история, а не история греха познания, сидения дерева познания. Хотя этим он тоже занимается, об этом кое-где говорит, но он уделяет ей гораздо меньше внимания, потому что главная задача человека – это построить моральный мир. А то, что действительно нужно слушаться Всевышнего, это как бы иногда стоит в каком-то противоречии. Если я во всем слушаюсь и делаю только то, что мне говорят, у меня фактически свободы выбора нет, и я ничего в собственном мире не изменяю. То есть тут есть казалось бы, есть противоречие между желанием Творца, чтобы мы полностью его слушались, или желанием Творца, чтобы мы проявили инициативу в нашей жизни и сами решали, как нам правильно поступать. И вот эта напряженность между двумя этими желаниями, как бы, задачами, которые стоят перед человеком, она все время нас сопровождает. Но именно для Маниту важно выделить именно вторую часть, потому что первую часть всегда они говорят, слушайся, будешь хорошим мальчиком, все будет хорошо. А вот с проявлением инициативы вопрос становится гораздо более сложным, и
как с ним справляется человечество, это то, что мы видим перед собой. Ладно, но мы сейчас продолжим про Авраама. Как раз Авраам это история про Авраама, я думаю, он здесь приведен как бы как архетип человека, познавшего Творца, но они она то, история Авраама это история выбора все время. И важная для нас пример. Секунду. О, видно? Да. Так вот, мы были здесь. Аврааму не потребовалось чрезвычайных усилий, чтобы признать, что его бытие – это нечто иное, это ничто иное, как бесплатный дар того, кто сотворил его и весь природный мир. Мы это читали в прошлый раз, но это было как-то уже под конец, и все торопились. Весь природный мир, отраженный в нем. Это очень, так сказать, базовое утверждение. Осознать, что то, что ты сотворен, это значит, что ты получил свою жизнь и весь этот мир дар, бесплатный дар. Осознать этот мир как дар, а не как данность, а не как просто данность. Здоровый человек начинает отделять мир от своего «я» в возрасте 3 лет. То есть это некоторый естественный процесс взросления. И уже тогда он может выбирать, быть ли подобным Аврааму еврею или подобным природному человеку. Человек природы для него он действительно различает мир и себя. Он понимает, что не любое его желание автоматически в мире выполняется, что не все от него зависит. Маленький ребенок, ему это очень трудно понять. Ему бы хотелось, чтобы все... Он ощущает весь мир, себя как часть мира. Он не может еще делать таких разделений. Поэтому иногда вещи, которые ему не нравятся в этом мире, они для него трагичные. Он их не может переварить. Какова природа этого выбора? Да. Этот выбор между двумя вариантами. Во-первых, признать себя сотворенным. Тем, кто получил свое существование в дар, это довольно нетривиально. То, что меня создали, это для меня подарок. Вообще говоря, с этим можно поспорить. Опять жизнь с заданием, зачем она мне нужна, да? И я не просил, чтобы меня сотворяли. И в скобках скажу, что есть в Талмуде много различных, в различных ситуациях возникает дискуссия, можно ли делать человеку добро, не узнав его мнение по этому поводу. Ну, в основном считается, что да, но во многих случаях мудрецы говорят, ну вот ты ему считаешь, что ты сделал ему добро, а то, что ты для него сделал, в нем могут быть и отрицательные стороны, потому что это, поэтому это не очевидно, что это можно делать в данном случае. Когда это чистое добро, то тогда действительно это можно делать, не спросив самого человека. Поэтому в данном случае это вовсе не очевидно, что осознание жизни как бесплатный подарок, как нечто позитивное, что человек получил, это так для всех людей. Это так очевидно. Совсем не очевидно. И то, что он получил это в дар от чего-то, что неизменно больше его самого, чтобы исполнять свое нравственное предназначение в мире природы. Из-за того, как мы еще увидим эту связь, из-за того, что он осознает, если человек осознает, что он свою жизнь получил как бесплатный дар, из этого в конечном итоге вытекает, что у него есть нравственные обязательства. В этом мире есть нравственное предназначение. Это первый вариант. А второй вариант – я творец самого себя, да, как по-русски. Я милый, я его сделал.
То есть на самом деле я никому ничего не обязан. Я это я. Даже если кто-то меня сотворил, как родители меня родили. Ну что, что вы меня родили? На самом деле меня не спросили, да? А все, что вокруг меня, это не что иное, как отражение и расширение моего я. То есть все, что он видит в мире, он оценивает только с точки зрения полезности, нужности его ему. А остальное совершенно для него не имеет никакого значения. Первый выбор отражает переживания Авраама. То есть так он ощущает Авраама. И поэтому так он выбирает. Это то, о чем мы говорили еще в начале. Кто определяет наш выбор, да? И его кульминация в Аврааме еврее, который раскрывается в народе Израиля. Второй выбор – это опыт змея, природного человека, и это мы обсудим позже. Мы уже тоже об этом говорили, что природный человек все, мог быть полной копией Адама, единственное, чего у него не было. У него не было точно нравственного начала. Вместе с тем, представляется не лишним снова подчеркнуть, что опыт разделения между своим «я» и миром не является чисто философско-интеллектуальным. Он не оценивает только разумом, да, мне так кажется. Это душевно-нравственный опыт. Признание себя сотворенным Богом – открытие нравственного сознания. Для того, чтобы продолжить наше обсуждение, мы должны усвоить, что человек, который обнаруживает, что он сотворен, что он создание, получившее свою сущность от Творца, немедленно становится нравственным человеком. Да, вот этот вот переход, по мнению Маниту, он обязательный. Ведь свою сущность, которую он получил от Творца даром, он должен заслужить через свою работу и свой выбор в этом мире. То есть эта связь, она основывается на том, что ты получил какой-то подарок, во-первых, признание, что это дар, а во-вторых, понимание, что этот дар должен быть с твоей стороны заслужен. Ну, это как бы известно, Маниту тут пользуется известным объяснением, которое в мидрашах и в комментариях во многих встречается, что Всевышний хотел сделать добро человеку, но есть тут проблема хлеба стыда. Как царь хотел делать добро кому-то, и он поселил в своем дворце, все он получает за даром, все блага. Но человеку это благо он его не ощущает как полное благо. Потому что у него есть ощущение, что это хлеб стыда, что он кормится от щедрот царя. Для того, чтобы человек реально ощущал благо, которое он получает, он должен ощущать, что это его заслуга, что он его получил. То есть, с одной стороны, он понимает, что все, что ему дано, это дано бесплатно, Всевышним, и ему за это он благодарен. Но, с другой стороны, он хочет это заслужить, заработать, что не просто так. Ощущать себя человеком, у которого есть задача, у которого есть инициатива, от которого много зависит в этом мире. Тогда все, что ты имеешь в этом мире, оно не случайно. Оно все тебе дается для того, чтобы ты выполнил эту задачу. И ты получаешь это в награду, как бы, или как средство для того, чтобы выполнить свою задачу. Тогда у тебя никакого стыда уже нет. Вот такое у меня ощущение. Что скажешь, Андрей? Ну да, идея стыда понятна, только вопрос, может ли человек сам, да, своими размышлениями дойти до вот этого осознания, что я все это получил в дар?
Наш мидраш, который упоминает, я думаю, или на который основывается Маниту, он говорит о том, что Авраам это осознал, да, что у мира есть Творец, что все, и он признал это, и вообще говоря, точно, сейчас я не могу сказать. Есть два варианта, в каком возрасте Авраам признал Творца. Один вариант говорит просто про трехлетний возраст, то есть тот возраст, когда человек осознает свое отделение от мира. И там Мидраш говорит, что это были размышления о том, кто главный в мире, кто управляет миром. Да. Смотрит, думала солнце, думала звезды, думала солнце, думала солнце. Но видел, что нету тут на этом поле нету главного. Всегда есть кто-то, кто более сильный. И тогда он понял, что есть у мира Творец, который... Такое довольно простое рассуждение, которое подходит для ребенка 3 года. Когда он осознает, что мир функционирует по какому-то плану, он не просто случайный какой-то. Тогда он понимает, что у мира есть Творец. Это первая часть. Другой страж говорит, что Авраам пришел к пониманию Всевышнего в 40 лет. И там не объясняется, каким образом. Так что я стесняюсь сказать, 3 года он уже мог сказать, что этот дар он бесплатный, нужно его заслужить, или это постепенное осознание, которое приходит человеку с возрастом. Потому что эта идея она действительно непростая, как мне кажется. Но... И она не интеллектуальная, не рациональная, она это ощущение, которые человек получает от мира, от опыта своего в мире. Не потому, что ему там хорошо или плохо, а тот опыт, который он, то, что он пережил, то, что он испытал в мире, он ему дает вот это. Не случайно приводятся примеры в мидрашах из земной жизни, да? Царем и его подданным. Вот этот подданный, человек представляет себя таким подданным у царя, который живет на всем готовом, и он понимает, что это не неправильная, не настоящая, не стоящая жизнь. И тогда он понимает, что это не просто так, как все ему дано в этом мире, а что он должен, а для того, чтобы он выполнил свое назначение. Ну вот мне так кажется. Как вы думаете? Ну, как бы осознать, что вот это все мне дано просто так и почувствовать, вот этот стыд, это опять же можно, если человек знает, что он живет во дворце царя. Да, если он просто привык изначально с детства, да, всем просто так пользоваться, вот, то как он до этого дойдет? Нет, если человек, а вот именно, ты прав, но это же в тот момент, что ты осознаешь, что у мира есть Творец, что ты живешь во дворце царя, вот тогда у тебя возникает это ощущение, вау, я живу, собственно, только в его милости. И что, я не сделаю ничего в этом мире, чтобы быть его, чтобы заслужить, чтобы быть его партнером, чтобы приблизить мир к тому, его, что хочет от него творить. Когда ты осознаешь, что есть Творец, тогда это работает, да. А если ты просто привык жить так, пользоваться всем, что тебе дано, и вообще не задумываться о Творце и его намерениях в этом мире, намерениях в отношении себя, то действительно к этой идее можно и не прийти. Ну да, за чей счет этот банкет, да, возникает вопрос. И вот тогда, да, когда... Вопрос возникает. Если ты знаешь, ты понимаешь, что есть Творец, то ты понимаешь, что у него есть какие-то намерения в отношении тебя. Во всяком случае, это некая естественная мысль. Это как. И,
Нравственная цель – дать возможность человеку заслужить этот мир во всем его изобилии, полученным в дар от его Творца. На вопрос, кто такой Творец, Тора дает однозначный ответ. Творец – это тот, кто освобождает место для творения. То есть мы как бы молчанием знаем о Творце, но мы знаем, что он освободил для нас место. И ты понимаешь, что это самый высокий нравственный шаг. Ведь нравственный поступок – это не что иное, как предоставление места другому, подобно тому, как Творец освободил место для своего творения. Это такое очень-очень центральное утверждение, и оно не придумано, естественно, Маниту. Все многие учителя, многие комментаторы говорят о том, что действие цимцума, то есть освобождение места для мира, то, что Творец скрылся, то, что он убрал себя из этого пространства мироздания, это действие называется хэсэд, то есть или это не хэсэд? Или это гора? Я ограничу. В общем, короче, это некоторое очень важное действие со стороны Всевышнего, да, и оно является моделью для человека в его отношениях с другими людьми. Но для Маниту еще это подчеркивает, что на этом как бы собственно строится вся нравственность. То нравственность в конечном итоге определяется нашим отношением к другому, можем ли мы дать ему место в мире. Мы в прошлый раз уже говорили о том, что возникает вопрос, когда есть два человека, я и мир, да? О, Максим, хотели спросить что-то? Максим? Да, я думал, вы закончите просто мысли, но насчет освобождения места, чтобы дать ему для другого, вы много говорили о том, что удаление от идеала приводит в конечном итоге к каким-то погрешностям в мироздании, в творении самом, если я правильно понял мысль. Да, в творении, поскольку не реализовался первоначальный план, то возникло отклонение от идеала, который человек должен восполнить. Это, в общем, как бы в очень упрощенном виде то, что, о чем мы говорили до этого. Да. Но если назвать Бога идеалом, то, по сути своей, дать место другому – это и есть удаление от идеала. То есть он очистил от себя место, чтобы дать это другому. То есть, по сути, это и тоже мы обсуждали бара. Это как бар, как сын, тот, кто выходит, кто внешний. Я не помню, или это Раф Йон обсуждал, я уже не помню точно. Нет, это и, да. получается, что само творение, по сути, есть удаление от идеала. Это интересная мысль. На самом деле, мы не говорим даже о Творце как об идеале. Мы говорим о творении, что у него есть потенциал быть идеальным. Творением. Все это применить к Творцу, это немножко уже... То есть, секунду. Получается, вы не можете сказать... Я хочу это сформулировать просто. Вы не можете сказать про Творца, что он сам удалился от идеала. Он неизменен вечно и так далее. Как это все согласовать с тем, что он оставил место для творения, то есть сделал действие, которое называется в каббалистических терминах цимцум, это огромная философская проблема. И, насколько я понимаю, одна из ситуаций, из разногласий, одно из разногласий между миснагидами и хасидами. Это называется цимцум кипшуту или цимцум лохо кипшуту. Когда
Веснагеды говорят, сказано Цимцум Кабале. Значит, он действительно ушел из этого места. Значит, ушел. То, что 100% ушел. Там есть какие-то еще реши, ну, неважно. Но, в общем, его там нет. Всевышнего мы не наблюдаем, не видим в материальном мире. А хасиды говорят, все это иллюзия. На самом деле, Цимцум Локоть Шидо. Не было, на самом деле, никакого Цимцума, а нам только это все кажется. На самом деле, это все равно и то, и другое, это не реальное объяснение. Каждому из них можно сложности давать. И поэтому объяснить внятно и рационально, возьмем, мне кажется, это почти невозможно. И применить Всевышнему то есть, ситуацию, что, собственно, произошло. Изменился он не изменился. А как же? Ведь Цумцум был, что-то было. Так или иначе. Можно? Да? Можно это немножко с другой стороны. Тоже я не знаю, корректно ли это. С одной стороны, когда ты даешь жизнь ребенку, это, с одной стороны, дар. С другой стороны, есть маленькая проблема из-за того, что ты, как бы он родится далеко не совершенным, и чтобы приобрести хотя бы какие-то черты человека, это потребует от него много усилий и, возможно, в какой-то мере страданий. И с одной стороны, это как бы дар, а с другой стороны... А, это другой аспект совершенно. И об этом я тоже как бы говорила, что так можно, можно такую сложность сформулировать. И, в общем, тут все зависит от нашего внутреннего ощущения. Несмотря на все страдания, которые мы в этом мире испытываем, продолжает чувствует ли человек, что эта жизнь для него дар. И это не я... Безусловно, согласен, что не каждый человек согласится. Но Авраам согласится. Это точно. Около. Да? Вот. Я думаю, что, так сказать, в этом очень... иудаизм очень как бы настаивает на это. Это, в принципе, очень оптимистичная религия. Несмотря на то, что, так сказать, все что... еврейскому народу там пришлось пережить, и несмотря на все сложности, которые Тора нам описывает, она все равно тебе говорит, что жизнь – это классная вещь и стоит жить. Несмотря ни на что. В общем, это тоже иногда звучит парадоксально, действительно. Но вот это внутреннее ощущение, что жизнь – это дар, что это классная штука, что прекрасно, жизнь – это хорошо, несмотря на всю боль и все страдания, которые в мире есть. И то, что она несовершенна, ну, это мы виноваты, собственно. Мы должны исправить ее и сделать так, чтобы она стала чтобы жизнь стала совершенной. То есть на что мы не обращает главное внимание, что является главной задачей, что я, собственно, должен сделать, чтобы заслужить этот мир, исправить свои отношения с другим, дать ему место. В общем, как бы мир начинается с того, что Всевышний дал нам место, и мир должен дойти до идеала тогда, когда мы научимся давать место другому. Я еще раз скажу то, что я говорила в начале, во вступлении, то эта философия отношения с другим, она стояла в центре внимания всей этой французской новой парижской школы, как бы, которую все немножко шутку называли, да, философов, раввинов, и они пытались осознать то, что все-таки произошло во время мировой войны, почему мир скатился к таким цивилизованным, моральный, как бы, европейский мир вдруг скатился
такому человеку ненавидишь? Почему произошли такие страшные вещи? Что надо делать? Что мы не доделали? Какая наша задача, чтобы это все исправить? И вот отношения с другим, они не только у Маниту, они у многих других философов, у Левинаса, у Ханны Арен, многие другие. Каждый смотрит на это с какой-то своей точки зрения, свое ощущение, о назначении человека, чтобы в этой системе, как бы, взаимоотношений Бога, человека и другого. Но из них из всех больше всех Маниту больше всех все-таки опирается на Мидраши или на Тору. Отсюда следует, что путь Авраама – это подражание действию Творца, желание дать место другому. Мидраш описывает, что Авраама это желание давать выражалось в форме его шатра, называемого Эшей, который был открыт на все четыре стороны света, чтобы путникам не приходилось искать вход. Но, во всяком случае, уже в зрелом возрасте мы встречаем Авраама в Мидраше, как человека, который готов всегда быть открытым для других. И когда они приходились насладиться его гостеприимством, да, Авраам, это все Мидраш, Авраам подражает своему Творцу, принимая гостей в своем доме, подобно его Богу, принимающему гостей, который приглашает нас в свой мир, распахнутый на все четыре стороны света, и обеспечивает в нем все наши потребности. То есть Мидраш, как бы, он понимает, Тора довольно минимально описывает нам это вот гостеприимство Авраама. Пришли гости. Ну как? Ну хорошо, ангелы под видом гостей. Но всякие мелкие подробности текста показывают нам, что это не просто так Тора это описывает, она хочет подчеркнуть, насколько для Авраама там важно принятие гостей. Это для него центр его назначения. Ну и Мидраш там описывает, что он не просто их принимает, когда они хотят его благодарить, то он говорит, не надо меня благодарить, благодарите Всевышнего. То есть это тоже входит корзину услуг, скажем. Он не просто хочет дать людям место, он хочет дать им место в мире, который создал Творец. То есть приблизить их к Творцу, это тоже как бы некоторое дополнительное измерение, в котором Авраам дает им место. Такое у меня ощущение. Давай, читай немножко, Андрей, ладно? Мы здесь не обсуждаем философию. Авраам приглашает людей к себе домой, кормит их и делится с ними всем, что он получил от Творца. А в конце трапезы он приглашает своих гостей поблагодарить того, кто дал им эту еду. Мидраш говорит, что гости собирались поблагодарить Авраама, но Авраам обратился к ним и объяснил, что за пищу они должны благодарить Творца, а не самого Авраама. Через еду Авраам наставляет своих гостей в своем учении и передает им свою веру в Творца этого мира. Благословение после трапезы имеет настолько большое значение в иудаизме, что можно даже сказать, что с этого благословения начинается вера в Бога Авраама. Представляется, что в основе законов о запрещенной пище в иудаизме лежит та же идея, поскольку пища, которую съедает человек, становится его неотъемлемой частью. И вот это вот связывает Авраама с Адамом, получается, да, что
как Авраам, как Адам познавал мир, да, при тем, что он ел, так и Авраам, он передает свое учение, да, не в виде слов, не в виде книг, а в виде еды, да, то, что он дает еду, этим он передает учение, да, учение райское, да, как бы из Ганедена, который он принес, получается, про еду. Да, прекрасно, да. И вот его интересно, что он это делает не в виде лекции, как мы с вами, а в виде переживаний, да? Когда человек съел от этого мира, осознал, то есть осознал, ввел его в себя как бы. И тут он говорит, вот это же все, это все внутри переживания, как бы. Не в виде философии, какое, с чего начал Равушкин Назир, а в виде переживания. Вот интересно, да, что очень многие вещи осознаются и передаются идеи не рациональной формулировкой, а в виде переживания. То есть поэтому хороший лектор, может быть, это ко мне не относится, он умеет зажечь свою аудиторию, он умеет дать им переживания, а не просто идею. Я сейчас расскажу одну историю, которую рассказывал один раб, я не хочу сейчас упоминать его слово. Он говорит, я как-то приехал в Америку и читал лекцию там евреям. После этого подошел ко мне мой раб, и говорит, ты ничего не понимаешь. Не так надо с людьми разговаривать здесь. Я тебе сейчас покажу, как это делается. И тогда этот раб заходит в зал, подходит к окну, оборачивается к залу, подходит к окну, оборачивается к залу, срывает очки, одевает очки и говорит, Бог умер! Все в зале вообще в шоке. После этого он уже читает свою. То есть тот раб, который это все пересказывал, он признавался, что он так не умеет. Но можно понять вот эту потребность у людей, чтобы их затронули, чтобы это было переживание, а не просто сухой пересказ. Вот так. И вот они, видимо, сидели в шатре, ели, пили, а потом он спел с ними Беркат Амазон, не просто так. И у своего язык клёвый. Как это хорошо. Но есть люди, которые действительно для них это именно физическое переживание означает очень много. Я просто знаю многих людей, которые вдруг у них это произошло понимание через переживание, а не на лекции. И не в рациональной дискуссии. Видимо, монитон, я слышала только на пленке, действительно очень приятный человек. Мне буквально приятное ощущение, его голос даже создает записи. Но поскольку он за собой увлек такое огромное количество людей, видимо, когда его слушали вживую, он умел это вот переживание передать. Но это так, сколько. Ну, я сейчас подумал, тогда получается, что чем как бы выше, чем сильнее рав, да, тем больше он способен передать это ощущение. Получается, что вот та Тора, да, которую мы получаем в виде ощущения, а не в виде какой-то там концепции, умозрительной мысли, она ближе вот к той самой еде, да, которой кормил Авраам своих путников. То есть она... Ну, как бы более мы ее вкушаем, да, не то, что как-то догадываемся, там пытаемся понять, прилагаем усилия. И в итоге это сводится, вот, может быть, к тем же плодам райского сада. Смотри, я не знаю. Все же зависит от человека. Иногда бывают очень-очень впечатляющие раввины, которые собирают огромные стадионы, а говорят они вещи, которые, с моей точки зрения, малоприемлемы или проблемные. То есть это неоднозначно. Я только хотела сказать, что переживание, оно дает нам возможность
больше усвоить из каких-то идей. А идеи сами могут быть очень проблематичны. И вот поэтому в этом смысле как раз харизматичность лидера какого-то, она может быть проблемной. Потому что харизматичный лидер может увлечь народ куда угодно. Это не только в Таре, это справедливо для всего. Но как бы про Авраама мы не беспокоимся, он в правильном направлении. А в сегодняшней реалии я не думаю, что всегда это, чем больше, чем человек более высокого уровня, тем лучше он, ну или наоборот, скажем, чем более захватывающе он говорит, тем все это означает, что он более высокого уровня. Это я что-то сомневаюсь. Просто харизматичность есть у него. У других я меньше. Кроме того, харизматичный лидер, наоборот, получается, лишает места, да, он просто повлиял, и все, человек под влиянием уже как бы не может сделать выбор, да, место. О, да, и это уже верно. То есть опять у нас есть некоторая такая напряженность. С одной стороны, это важно, когда ты передаешь важную, серьезную, истинную идею, харизматичность очень важна. А с другой стороны, важно оставить себе место. Да. Ну, давай тогда дальше. Так, еврейский ребенок естественным образом становится верующим. Перед ним есть два пути самоосознания. Один путь – это осознать себя как получившего существование, и таким образом у него уже существует нравственность. Когда этот ребенок вырастает, он столкнется с непростыми проблемами, поскольку быть нравственным нелегко. Но у него уже есть базовое признание того, что человеческое самоосознание – это его самоосознание как творение Бога. Второй путь – это осознание себя как единственной сущности в мире. Отсюда вытекает отсутствие нравственности и желание устранить другого. Тора дает замечательное решение этих проблем. «И завершены были небо и земля, и все воинство их, и завершил Бог к седьмому дню работу свою, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы своей, которую сделал». В описании бездействующего Творца происходит божественный переворот. Бог бездействует, Творец исчез. Какую игру Творец играет со своими творениями? Эта игра необходима, логична и имеет цель. Чтобы у человека был выбор, Творец должен исчезнуть, скрыться за занавесом природы и естественным функционированием мира. В основе ответа на этот вопрос лежит аксиома, гласящая, что человек свободен в выборе одного из этих двух противоречащих друг другу подходов. С тем, что Творец исчезает, да, он дает место творению для выбора. Зададим теперь другой вопрос. Почему мир творения должен был превратиться в мир природы, чтобы человек действительно мог стать свободным? Ответ заключается в самом вопросе. Чтобы человек был свободен, мир должен быть постоянным. Ну да. Во-первых, хотел сказать чуть-чуть объяснение, почему, какая связь, чтобы человек был свободен, мир должен быть постоянным. Я должен иметь какую-то базовую уверенность в том, что если я сегодня выхожу из дома, у меня под ногами не разверзнется пропасть. И что если сегодня дверь открывалась в одну сторону, она так и будет открываться в эту же сторону. Завтра. И что солнце будет всегда вставать. Иначе я не могу контролировать причины и следствия. В мире, в принципе, должен быть порядок какой-то, внутри которого правило, внутри которого я действую. Если нет, я в общем-то, вообще нахожусь в хаосе и ничего не могу
никак не могу реализовать свою свободу. Так, такое у меня ощущение. Это так надо понимать. Как тебе кажется? Интересно, что как бы события последних лет, получается, что человечество все больше теряет свободу, да, все становится более непредсказуемым. Всегда были какие-то вещи непредсказуемые. Но, в принципе, природа, законы природы, они не меняются. Всегда, там, всегда есть вещь, которая непредсказуема. Это, так сказать, действительно, это я так на собственном личном опыте, когда случается что-то совершенно непредсказуемое, это очень травмирует и может пошатнуть и веру человека в Бога, и веру человека в себя, и вообще веру человека в мир. Это просто такое ощущение. Вот, я могу просто пример из личной жизни привести. Я как-то с внуками и с дочкой мы ехали, поехали на сыну, который был ажба, клятва, ну, некоторые как это сказать на русском? Церемония. Церемония в армии, которую приглашают родственники. И вот где-то на пути туда у меня сломалась машина. И совершенно неожиданно, ничего не предвещало. Это сломался коробку передач. И это было такое, как бы совершенно... У меня там в машине двое внуков и дочка, и мы где-то посреди ничего. Ну, там, ну, собственно, вылезли, вызвали эвакуатор, дочка взяла попутку и поехала все-таки туда. А мы с внуками нашли остановку, вернулись домой. В общем, все нормально. Но я помню, что вот это ощущение, что вдруг совершенно все планы поменялись, что это совершенно-совершенно непредсказуемое произошло. У меня ощущение такое было, что вообще ни на что нельзя опереться. Я ехала в автобусе, я боялась взяться за поручень, мне казалось, он сейчас может оторваться от своей основы. Ну, понимаешь, да, вот такое ощущение какое-то, что все очень зыбко становится, и ты в такой ситуации, как можно действовать, как можно вообще на что-то кладаться. Действительно, но это случается, непредсказуемые вещи, но в основном, в целом, у природы должны быть законы. Если нет законов, то очень сложно было бы нам в мире функционировать или что-то планировать, что-то рассчитывать. Мы и так, получается, хотели как лучше, а вышло как всегда. Действительно, постоянно это выходит, что мы думали, что получится так, а получится это. Но чтобы рассчитать и обдумать, как оно действительно в результате получится, все-таки должны быть законы постоянные. Да? Постоянный закон – это седьмой день, да, когда Творец отдыхает. А когда что-то непредсказуемое врывается в нашу жизнь, это врывается Творец, собственно. Он меняет наши планы. Да. Я вот рассчитал все, а тут на тебе поломалась машина, да, потому что он там чуть-чуть решил повернуть весь путь. Но это я не знаю, это трудно сказать. Конечно, это страшно и неприятно. Я боюсь тут... вешать как бы ответственность на Творца во всех таких случаях непредвиденно. Иногда ты сам виноват, ты должен был проверить машину, я не знаю, что... Ну, к примеру, не совсем можно совладать. Извержение вулкана бывает. Но я не думаю, что это все части природы все-таки. Это не какой-то... Я не думаю, что можно тут однозначно сказать, что вдруг он вмешался, что-то сделал, сдвинул что-то. В общем и целом, как бы, конечно, он всегда управляет моей жизнью. Это совсем другое. Это не... Он управляет не только неожиданными, но и ожиданными вещами. Неожиданные вещи иногда непонятно, что они значат. Я еще один пример приведу из личной жизни. Я тут хотела несколько вещей сделать, и все время я откладывала. Было жарко на улице, их надо было сделать на улице. Я хотела там убрать какой-то мусор, я хотела пропылесосить свою машину, потому что я была на раскопках, и там занесли в нее много пыли и всяких других.
И одно дерево, которое недавно тут посадили около дороги, оно стало клониться. Я думаю, я должна его подвязать. Но жарко на улице было. Я все время откладывала. Несколько дней откладывала. А потом оказалось, пришел сосед, подвязал дерево. Пришла дочка, пропылесосила машину. Зачем-то, не знаю, мне, я ее не просила. И тут работали садовники вокруг, и весь мусор, который там был, они забрали. Это было, скажу честно, это было приятная неожиданность. Это было очень неожиданно. И я вот сижу и думаю, что это должно означать для меня. Я рассказала одной дочке. Она говорит, о, это когда праведники ведут себя хорошо, то работа делается. Их работа делается другими. Но я такой к себе, конечно, применить боюсь. Какая там праведность? С трудом мы еле-еле как-то, как все мы. Вот. Но я просто хочу сказать пример. Когда что-то такое случается, действительно, ты начинаешь думать, к чему это? Или к тому, что я должна была раньше подсуетиться и все сделать, если уж планировала. Не знаю. Мы всегда думаем, что он от меня этим хотел. Но еще раз я хочу сказать, что это творение, прямое вмешательство. Как это все работает? Есть много разных теорий на эту тему. Морали своя теория, например. Не буду я сейчас сложно описывать все. У Рамбама своя. У каждого философа он выдвигает свое представление о том, как Бог управляет миром. И однозначно, как бы, монитор здесь тоже нам это не объясняет. Поэтому я думаю, это нормально. Вот в таких ситуациях остаться в ситуации вопроса. Ситуация вопроса всегда, она, мне кажется, в этих вещах она более верная. Ощущение вопроса, оно более правильное, чем ответ. Но это так, как бы, мое. И я думаю, мы должны закончить уже, потому что мы 15 раз кончаем. Я надеюсь, что следующую неделю я тоже смогу и встретимся все здесь. Во всяком случае, такое у меня намерение. Ты, Андрей, тоже сможешь в следующей неделе? Да, с Божьей помощью также. Спасибо тебе, спасибо всем участникам. Если есть какой-то вопрос, такая минута или две. Ну, если нет вопросов, то спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Лена. Спасибо всем участникам, что вы здесь. И встретимся, да. До свидания. До новых встреч. До свидания. Спасибо.